Всем привет, с вами канал Primary Maker, и в этом видео, это третья часть нашей тройки видео о VST-плагинах, какими я пользуюсь, либо паками. Вот, в первой части были VST-плагины про инструменты какие-то там, как пианино, в общем, вот видите список. Дальше, другая часть была про плагины, эффекты к микшеру. И сейчас в этой части я поговорю о о паках, которыми я здесь пользуюсь в последнее время, чаще всего, или какие вот я могу посоветовать, и что в них примерно находится. А мы погнали. Итак, Galaxy One Shots. Пак, здесь очень много каких-то... Иногда можно использовать, в общем, сэмпл-паки. Вот, не всегда подходит, но какие-то можно смотреть. Сами видите, да, и использовать. Следующий пак это слэш. Просто обычный драм-пак каких-то инструментов. Дальше Frozen Heart. Это, вот вы видите, драм-пак опять же с какими-то инструментами. Лупы музыкальные. И амнисфер банки, но у меня амнисфера не стоит. Дальше кучу Simesics, это вот бесплатные демо-паки, которые я смог скачать. Поэтому, ну, Simesics рассказать нечего, там очень много чего есть. Дальше у меня есть полная версия Faraon Premium драм-пак. Здесь вот есть лупы, например, барабанов каких-то. Есть мелодии. Дальше есть много... Именно по отдельности мелодий. То есть, если здесь они вместе собраны, то здесь они по отдельности раскиданы по каналам. И также две папки, которые чаще всего вообще пользуюсь. Это sample pack, то есть обычный драм-пак. Ну, драм-пак, в общем, да, драм-пак, sample pack. И FX. Какие-то импакты, какие-то амбиенсы. Ну, в общем, да, FX. Следующее это Savage Drums for Trap, тоже от Simetics. Это у нас просто дрампак для трэпа. И, собственно, самое примечательное, что здесь есть, это вот брас. Вот. Дальше Lo-Fi Drum Kit, где-то я достал. Он такой. В общем, для Lo-Fi. Дальше Nickmira Magma Drum Kit, просто драм-кит. Обычные сэмплы барабанов. Дальше 3 сэмплс, я ими почти не пользуюсь, тоже драм-паки. Дальше уже чуть другое, уже не хип-хоп, а Deep House, Vengeance. То есть вот. В общем, для Deep House паки. Ну и также звуки есть, лупы гитарные, например. Вот, дальше 2 пака у меня есть, Wall 1, Wall 2. Vengeance EDM, тоже для EDM, какие-то вот эффекты. Вот. Дальше четвертый Glob Sounds, тоже, в общем, типа EDM. И Virtual Riot, в общем, какой-то тоже паки, где есть лупы, какие-то там. И мне нравится здесь особенно вот, вот этот момент, импакты, очень крутые. Типа такие, ну, в общем, крутые импакты. Вот, из-за этого мне больше всего нравится. Также есть какие-то вот такие. Вот. Фонг, то есть обычный фонг драмкинт. Дальше Young Freezy Fantasy драмкинт, тоже... драмкит от Fantasy, то есть... Ой, не от Fantasy, а от Young Freezy. Тоже обычный драмкит барабаны. И еще есть такой Alon, тоже драмкит. Даже какие-то акапеллы есть. Ну и фонг. Вот. Это всеми, чем я больше всего пользуюсь. Также у меня есть, видите, другие названия. Смотрите, ищите. Тоже я их скачивал. Значит, меня каким-то образом это заинтересовало, но я не так часто пользуюсь. Кстати, да, Sampleophonics. Тут тоже очень много крутых каких-то сэмплов. Может что-то найти. Но опять же, такие, по-моему, бесплатно тоже. Я брал мини, видите. Вот.
Какие на ссылки я еще запомнил, какие у меня ссылки остались, я оставлю описание каких-то паков, да, то есть пишу название и ссылку, вот. Так что если какой-то пак понравился, либо вот я ссылку либо на скачивание, либо на оригинальный сайт, ну, официальный сайт этого, где можно купить, например, если это платное, вот. Ну, а с вами был Primary Maker, и все, до следующих видео, подписывайтесь и ставьте лайки этому видео. Всем пока!